Вот церковь. Вот церковь. Наверное, можно было бы зайти внутрь, но я там была. Я зашла, меня сразу попросили надеть на голову косынку. Косынки там висят какие-то грязные, обсмоленные, все обсмоктанные. Я не стала эту косынку надевать. Ну и просто так посмотрела. Самая обычная внутри, тоже деревянная. И висят по стенам иконы православные. Вот. Ну а я продолжаю идти и вам рассказывать. Вот это мы роблим. Это мы роблим видео. Виноград 25 гривен, да? А это нектарины почем? 25. Тоже 25, шикарно. А сливки наши красивые? Тоже 25. Ой. Помидоры 14. А что за оркидзе у вас? Это такой сорт. Поливаете. Вот 20 гривен. Бизнес садится. Огурцы. Кабачки. Да салат. 10 гривен. Морковка 8. Лук 13. Просто показываю вам. Чеснок 50 гривен килограмм. Капуста 10 гривен килограмм. Вот такие цены. Как говорится, не нравится — пройдите по базару. Но на базаре вот картошка 18 гривен килограмм, видите. Здесь лук 11. Перец 13. 14. Помидоры, баклажаны 12. Это все в гривнах, цену вам говорю. А здесь огурчики дешевле 17. Вот такие вот чудесные. И вот дальше туда. Немножко есть еще базар, и это все. Здесь еще такие павильоны. Но, как вы видите, этот центральный базар. Это центральный Сергеевский базар. Сегодня пятница, представляете, вот сейчас у нас около 12 часов дня. Средина дня, как говорится, пятничная. И пустой базар. Сейчас подойдем, покажу вам. Вот видите, дары моря здесь. Что здесь в дарах моря у нас? Ну, здесь в основном рыба. Всякая разная. Солененькая. Обед то же самое. Ага. Закрыл глазки и все. Почем вот такая рыбка у вас? 150 килограмм. Это кто такой? Лещ. А это... Видите, 30. Тараночка, да? 120. Это, по-моему, щука. А вот хочу и снимаю. Ну и вот еще один тут кусочек рынка. Я уже здесь как месяц живу, понимаете, почти, да? Ну не месяц, 20 дней. Я уже сориентировалась давно. Вот здесь вот. Вот это перекупщики. Они здесь до позднего вечера, у них все дороже. Вот персики, видите, 35 и 40. 40. 30 персики. Это дорого. Вот 25 такая малинка. Клубничка тоже 25 за такой маленький стаканчик. И там вот черника 25. Ну и вот здесь еще вот такой вот разворот небольшой. 35 опять персики. Я хочу купить персики. Да, кстати, что еще интересно, сейчас вам объясню и расскажу. А вот дыня 15 за килограмм, что-то дорого. Арбузы 6. Так вот, что хотела вам рассказать интересное. Посмотрите, вот эти шампиньоны, которые в оранжерейках, которые продаются во всех супермаркетах. Посмотрите, цена 72 гривна за килограмм. Вот это я сколько раз замечала. Чем хуже, тем лучше называется. Вот эта дрянь продается в три дорога, потому что это импортная. Такая же история с нектаринами, посмотрите. Оно стоит сразу уже 80. Вот такой плоский нектарин, если персик обычный 30. Снятый здесь с дерева. Гораздо вкуснее и солнечнее. То иностранные фрукты, которые приходят. Вот, кстати, сельдерей здесь тоже бешеные деньги стоят, потому что он европейский. Вот это меня очень удивляет. Люди наши, они своего не ценят. Вот посмотрите, какие огромные арбузы, боже мой. Вот и весь базар называется. Вот сейчас еще вот этот малюсенький здесь.
Это уже не перекупщики, а это уже просто вот бабулечки, как у нас называли раньше бабулечки, приходят со своим укропчиком, с какими-то пучочками. Вот это, кстати, вино вот домашнее у них. Ну, я сколько не пробовала, мне не нравится. Вот такая полуторка. А сколько полторашка вина у вас стоит? Полторашка 75. 75 гривен. Ну, вот здесь вот уже как бы последние такие. А почем ваши персики? Персики почем? 35. Вот видите, на персики уже цена поднялась. Вот и все. Центральный базар в Сергеевке закончился. А, тут же опять меня несколько раз схватили, обругали. Почему я снимаю? Наверное, для конкурентов цены снимаю. Ой, вот так смешно. Сейчас возьму здесь пивка. Вот разливное, янтарное, черниговское. Мне больше понравилось янтарное. 17 гривен. А, пол-литра. Вот здесь вот рыбка всякая разная. Вообще, вот этот вот мне нравится магазин. И я беру здесь мой вот 14-100 грамм. И я беру вот те. Взяла пиво, взяла бычки. Вот такие вот. Мне не привыкать, как говорится. Я даже в Европе так бывает покупаю. Вот. Ну, вы знаете, пиво неплохое. Хотя вот первым самым разом, когда мы сюда пришли, я в этом магазине уже частенько покупаю пиво. Видно, был другой бочонок, и оно было вкуснее. Ну, это ладно. Вот вы знаете, что еще хочу продолжить свою мысль, пока я ее не утеряла. Что хочу сказать вам, друзья, еще. Что меня приятно удивило, и что, в общем-то, бросается в глаза. Вот для меня, как для человека, который уже 10 лет не живет в России, а в Украине я была последний раз. Это было, наверное, лет 15 назад, а может даже 20, я была именно в Одессе с дочкой. Да, наверное, 20 лет назад. Ей было тогда или 14, или как-то так, 13 лет. Я ее отправляла в Одессу в лагерь детский, а сама ехала рядом, потому что я была мамаша чеканутая. Я не могла ее одна. Тогда эти воспитатели, это были времена 90-е, воспитателям было наплевать, никакой ответственности никто не нес. Очень много тонуло детей, никто не следил. Так вот, что мне бросилось в глаза, друзья, это то, что люди стали намного более уважительными друг к другу. Воспитание просто, как говорится, возросло в разы. Вот как раньше было, вот как говорили, знаете, вот эти вот хабалки назывались. Даже на базарах, которые там говорят, вот ты там рот открыла, как тетка на базаре. Вот теперь такого нет. И это просто очень бросается в глаза, и это очень приятно. Люди уважительные друг к другу везде. Особенно это заметно по молодежи, вы знаете, никакой агрессии. Как-то вот, если задашь какой-то вопрос или спросишь у молодых, которые идут с телефонами, со смартфонами, знаете, заняты своими делами, казалось бы, там сказал, да пошла ты, они всегда остановятся, они всегда все расспросят, а всегда все помогут, объяснят. Очень уважительно. Вот это, как говорится, просто я в восторге от того, что произошло вот такой вот сдвиг. И люди стали уважительны. Ну и, пожалуй, второе тоже. То, что здесь, как я думала, что вот такая неприязнь к русским, вы знаете, которые нас пугают. Ой, слушайте, вот у меня голос сел, просто невозможно. Можно ли так вести репортаж? Так вот, неприязнь, которую я думала, я здесь ощущать буду, ее вообще нет. Может быть, это в связи с тем, что здесь все-таки молдавский, вот этот вот Сергеевка, это бывшая Молдавия. Здесь в основном разговаривают на румынском да молдавском. Люди из Кишинева в большинстве. Но попадаются Белоруссия и Украина. России практически нет. Но когда я говорю, что я из России, то никаких, знаете, вот таких вот, как я думала, всплесков ненависти я не наблюдаю. И меня это очень радует.
Ну вот вы знаете, на что еще я обратила внимание сразу? Это то, что уровень культуры повысился во всем. И вот в частности, посмотрите, вот это вот кафешка, да? Посмотрите, как здесь чистенько. Несмотря на то, что людей очень много постоянно тут сидит. И я заметила, что никто эти столы не убирает. Но люди после себя всегда все убирают, все выносят в мусорку. И нигде ничего не кидают. Вот видите, это бросается в глаза, и это очень приятно. Несмотря на то, что, как я сказала, все разбито, и мало что где-то ремонтируется, но тем не менее люди стали относиться намного более бережливо ко всему, аккуратно. И вот такого, как раньше, знаете, мусорили, кидали все. Сейчас такого нет. Вот уровень культуры возрос просто в разы. Это радует. Вот как вы помните, может быть, те, кто в Советском Союзе жили когда-то, были у нас такие времена, я хорошо помню, как только где-то построили детскую площадку, какие-то поставили грибочки, что-то такое, и буквально через неделю уже все поломано, все узлом завязаны, все качели, карусели детские, все обрезано, лавки все обломаны. Или вспомните, что с лифтами было, тут же сжигались все кнопки, все углы были обписаны, я извиняюсь, загажены. Сейчас такого нет. Вы знаете, люди научились беречь то, что имеют. И, наверное, уже пришло понимание, что они живут в том пространстве, которое сами для себя организовывают. Если они будут здесь срать, я извиняюсь, и гадить, то так и будут жить в свинарнике. Вот это дошло, в конце концов, до людей. Ну, а я почему иду сюда дальше и вам хочу показать? Во-первых, вот посмотрите, обратите внимание, вот это вот дикая очередь. Вы видите, да? Это очередь в банкомат. Вот единственный здесь банкомат на всю Сергеевку. Нет, есть еще в Сбербанк, но я его так и не нашла, я не знаю, где он вообще находится. А вот банкомат Приватбанка, вот он зелененький, видите, туда по ступенечкам. И вот здесь такая вот очередь. Не всегда, конечно, но чаще всего. Вот такая вот стоит огромная очередь. Приходится ждать чуть ли не час, чтобы снять деньги с банкомата Приватбанка. А я, в общем, понимаете, что у меня карточки европейские. Я свои фунты меняю на гривны. Очень дорого берет комиссию этот банк. Вот я поменяла, взяла 10 тысяч гривен, и с меня взяли аж 310 гривен комиссию за вот это вот обналичку. 310 гривен – это очень дорого, если учесть, что я сейчас плачу 180 гривен в сутки за проживание. Ну вот и весь рынок центральный в Сергеевке. Я вам показываю уже назад. Я сейчас зайду там, покажу вам, может быть, рыбку еще. Пиво здесь мне очень нравится, называется «Янтарь», неплохое. Вот, и сейчас подойду еще посмотрю, как мне ехать в Одессу. Мне послезавтра уезжать в Одессу. До Одессы 2 часа езды. Я посмотрела, если возвращаться такси, то это 750 гривен за такси от Сергеевки до Одессы. Я не готова платить такую цену, вот, потому что мало того, что комиссию у меня берут с карточки огромную, да еще и курс плохой. Курс упал, фунт наш упал в связи с Брекситом, ё-моё. Вот, поэтому я лучше на автобусе. А автобус едет те же 2 часа и стоит 70 гривен. Вот автобус расписания на Одессу из Сергеевки. И последний автобус в 3 часа дня. Я вам до этого показывала разбитую, раздолбанную автостанцию Советского Союза. А здесь вот нынешняя автостанция, посмотрите. Двери вообще закрыты в этот салон. Ой, в этот, как сказать-то, господи. Ну, короче, внутрь туда. Да, станцию ожидания. Ожидают все на улице. Не парятся.
И вы знаете, вот когда побываешь вот здесь, посмотришь эти осколки бывшего Союза, и сразу думаешь, как хорошо, надо ехать назад. Так вот, что касается фунта, я вам не сказала. Фунт упал. Вот сейчас один фунт стоит 29 гривен. И это курс очень низкий, потому что, как говорят, что вот в апреле, в мае месяце один фунт стоил 35 гривен. Вот он упал до 28. Представляете, как сильно упал. Вообще для меня, конечно, странно, что Брексит так повлиял. Я, наверное, вам еще, когда приеду, расскажу именно про Брексит поконкретнее. У меня спрашивают мои подписчики. Я что-то не рассказывала особо вам, как он проходил в Англии, как голосовали люди и вообще, как проходят вот эти вот здесь голосования общие. Обязательно вам расскажу. Вот посмотрите, какие автобусы здесь ходят. Вы понимаете, друзья, наверное, вы меня понимаете. Вот опять очередь вам показываю. Приватбанк. Похоже, что мне придется тоже здесь стоять, потому что у меня денег не хватает. У меня осталось 500 гривен. Не знаю, хватит ли мне на 2 дня. Вот. Очередь стоять я не хочу и не привыкла так долго. Так вот, как говорится, когда я там ворчу по поводу того, как плохо жить в Англии, в Европе, что мне там не нравится, много чего не нравится, и я по этому поводу свои высказываю недовольство, но когда стоит только приехать, окунуться вот в эту прелесть, окунуться вот в такую жизнь, вы знаете, в чем-то может быть даже и неплохо, но вот эта разруха и вот это вот все разбитое, запущенное, ничего для людей не делается, как я еще раз подчеркну вам, то, что было когда-то построено в советские времена, вот оно продолжает, как говорится, служить по мере своих сил уже оставшихся. 30 лет прошло. И вот. Вот посмотрите, какие колдоебины, я извиняюсь, в центре. В самом центре Сергеевки. Вы понимаете, что никому ничего не надо. Вот сразу тоска меня начинает съедать. И я думаю, надо ехать назад. Пожалуй, я уже нагостилась, поеду-ка я в Европу назад.